Всем доброго дня. Погрузчик Nissan, грузоподъемность 2,5 тонны, резина цельнолитая и нарезанная, в хорошем состоянии. Гидравлика абсолютно вся сухая. Тормоза отличные, но юза оба колеса, тормоза еще в хорошем состоянии, то есть сразу нажимается. Электрика вся работает, ручник работает. Стрела обычная, подъем на 3 метра, грузоподъемность 2,5 тонны. Nissan бензиновый, стоит освещение вперед, также назад, как звуковой сигнал, так и световой. Сейчас покажу его в работе.